перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Ребята, привет всем. Какие делишки, какие ковришки. Всем привет, привет, привет. Ситуация в следующем заключается, друзья. Я еду в автомобиле, но не просто так, не просто так отнюдь. В данный момент двигаюсь в автомобиле с целью уехать от работы в сторону дома, но тоже все не так просто. Двигаюсь в автомобиле, уйдя с работы, да, немного поздновато, но уйдя в отпуск с работы, решил продлить себе майские праздники. Вот, если быть до конца точным и честным, то не только себе, но и своей маме, потому что я с ней завтра полечу в отпуск. Вот. Поэтому принимаю поздравления, делюсь радостью просто с вами, да, делюсь положительными вибрациями, так скажем, своими. Закрыл дверь кабинетика на ключ, сел в машину, еду в сторону дома собирать рюкзачок свой. Маленький, красивый, черный рюкзачок. Вот, хотел посоветоваться, что брать с вами, что нужно взять сейчас, что актуально. Может быть, какие-то есть тренды по вещам, которые нужно брать в отпуск. Не знаю уж до конца, не в курсе. Спасибо, ребят, спасибо большое за поздравления, очень приятно. Вот, значит, короче, пока думаю брать носки и трусы. Как считаете, это нормальная тема? Мне кажется, что в отпуске они могут пригодиться. Кроме того, обращаю ваше внимание, что полечу с рюкзаком, то есть без багажа, потому что я манал багажи. Надо тревелить налегке. Мы даже вот на серфинг, когда летали с друзьями, в принципе, все были на рюкзачках, никто не брал чемоданы, по-моему, кроме девочек. По-моему, девочка одна брала чемодан. Ну, как бы это девочки, у них как бы проблемы с этой темой, с чемоданной. Вот. Я планирую с рюкзачком двигать, чего я вам, кстати, желаю и советую. Единственное, что, ну, не надо вручную кладь, брать огромные, сука, походные рюкзаки. Нет, это нам ни к чему. И мы возьмем обычный стандартный рюкзак, положим туда. Итак, на чем мы остановились? Что мы кладем? Карту Тинькова, совершенно верно. Мультивалютную карту Тинькова, на которой 450 евро, на секундочку, которыми я смогу напрямую платить за что? За европейские блага, которые будут мне доступны во многих точках моего путешествия. Значит, карту Тинькова берем. Хорошо, договорились. Что еще берем в рюкзак в отпуск? Опять же, я настаиваю. Вот у меня всего два предложения к вам, которые я просто хочу, чтобы вы поддержали, как бы, да, ну, как бы мою сторону заняли, что ли, в этом вопросе. Это носки и трусы. Носки и трусы я беру с собой точно. Что дальше делаем? Я беру с собой в отпуск не знаю, я, наверное, возьму зубную щетку, потому что я ей пользуюсь. Да, я знаю, сходу не похоже, и можно не поверить в это, но я действительно использую зубную щетку, причем, как правило, по назначению. Поэтому я тоже беру. Вот по пасте вопрос, да, потому что по пасте, ну, как бы, могут же не пустить в самолет зубной пастой, потому что, ну, это ж пиздец, я могу пилоту начистить зубы, и что тогда?
он дыхнет, у него стекло от свежести дыхания просто все за это самое запотеет, он не будет ничего видеть. Нет, зачем нам такие темы? Я беру щетку, пасту, не знаю. Сейчас есть какие-то походные наборчики, да, небольшие, по-моему, зубной пасты. Еще одни трусы. Слушай, ну вообще, когда я говорил трусы, так как это, ну, носки и трусы, это множественное число, я подразумевал, что я возьму не одну пару носков и не одни трусы, а я возьму несколько, чтобы я мог на свежачке двигаться, поняла? То есть, типа, прям нормалек так. Так, одноразовые пакетики с пастой. Это интересная затея. Чуть не сбил человека, пока с вами общался. Все нормально, продолжаем. Значит, что у нас еще? Носки, трусы, щетка, паста. Я возьму расческу. Вы не видите, но я подстригся, и мне теперь требуется расческа для того, чтобы выглядеть более-менее адекватно в повседневности. Что еще берем в отпуск, ребят? Носки, трусы, футболку, наверное. Я думаю, что я имею право взять с собой футболку сменную, одну. В одной полечу, одну возьму. И все остальное буду покупать, сука, там. Просто буду там покупать и ходить в этом там. Что еще у нас там? Так, меня нет, тебя я не беру в отпуск, потому что у тебя нет загранпаспорта. Значит, что еще у нас? Что еще берется в отпуск, ребят? Давайте предлагайте вариант. Тапочки, я думаю, в отелях будут. Не нужны. Полотенца в отелях будут. Не нужны. Халаты, малаты, я думаю, там тоже будут. Не нужны. Значит, GoPro. Вот. Я, наверное, возьму GoPro, потому что кое-где она может пригодиться для неких панорамных снимочков. Свана я возьму обязательно в следующий раз в Грузию с собой, когда поеду, он там будет по местному вообще раскладике нормальный осуществлять. Таблетки. Это мудрое предложение. Наверное, я возьму какой-нибудь кетанов или что-нибудь такое. И, может быть, еще какие-нибудь, не знаю, в аптечку заскочу. Да, таблетки лучше взять. Они, конечно, в Европе есть, но типа там, короче, дорого. Там реально можно зайти в аптеку и 1000 на 3 купить там несколько таблеточек. Черный флаг? Нет, это не моя темка, это моего товарища PLC темка, это он с ним ездит, с черным флагом. Антипохмелин мне не нужен, я не пью, ребят. Доволен ли я своей нынешней жизнью? Да, да, доволен, но надо стремиться к большему, к лучшему всегда. Наушники, да, я, наверное, возьму наушники, я купил беспроводные наушнички себе в зал, и, наверное, возьму, потому что действительно там могут пригодиться. Спасибо за совет, ценный. Что еще у нас? PLC захвати. PLC, кстати, в Берлине, я лечу в Берлин завтра, а он там, я, правда, не знаю, он меня дождется там или нет, или свалит куда-нибудь уже дальше, но PLC, Бабич и Макс в Берлине, насколько я знаю. Я ему написал в комменты, что завтра прилечу, но он как бы не читает, не отвечает, знаете, такая темка, как бы, не знаю, специально или случайно не видит. Так, что у нас дальше происходит? Дезик. Вот с Дезиком, наверное, не пустят в самолет. Я думаю, с Дезиком не пустят. У меня есть этот стик, ну, твердый, вот его я, наверное, возьму. Блин, вот идет человек, посреди, сука, дороги. Как я тебе должен объехать? Вот так я тебе должен объехать слева, все правильно. Набор разводных ключей. Предложение, конечно, интересное. Как и его автор, видимо, человек интересный. Так, мы паркуемся с вами, друзья. Паркуемся на закате. Шучу, это фонарь. Так, что еще? Значит, мы договорились с вами на шампунь, только маленьким можно. Я поеду в магазин, я посмотрю походный какой-нибудь наборчик, типа маленький шампунь, маленькая паста, маленькая щетка, маленькая туалетная бумага. Шучу. Английский, да. I have English with me all the time. That's okay. Thanks. Thanks, guys. Что еще? Что еще брать в отпуск? Носки, трусы, таблетки,
шампунь сухой, наверное, или маленький, записную книжку в телефоне, записная книжка, зарядку на телефон, совершенно верно, GoPro я сказал. Даша, я такой херней, как переливанием в ебаные баночки, не занимаюсь. Это чисто бабская тема. Это пиздец, на мой взгляд, сидеть, переливать, блядь, как, сука, в кабинете химии, все в баночке. Я так не делаю. Привет Казахстану. Компьютер не возьму, оставлю дома. В этот раз хотите, приходите поиграть. Так, значит, на чем мы с вами остановились? Мы берем в отпуск трусы, носки, зубную щетку, какой-нибудь походный наборчик маленькой тары, зубной пасты и все такое. Загранпаспорт, да, это хороший совет, ценный. Электронную книжку, точно, у меня есть электронная книжка, я возьму. Зонтик я брать не буду. Меня дедушка научил, что зонтики для девочек, я не пользуюсь зонтиком. Вот. Что еще? А, ну из вещей, наверное, что-то, какую-нибудь легкую курточку с капюшоном я возьму. Дождевика у меня нет, но у меня есть типа такая, как бы, такой балахончик легкий. Страховку, да, блин, надо было пораспечатывать всю эту дрочь. Ладно, что-нибудь придумаем. Я в Европу, да, не в переходник. Чистый разум, спасибо большое, я постараюсь. Что еще? Ой, ладно, копия Гитлера, подумаешь, чуб слетел со лба, на лоб, точнее. Что еще? Права, да, права в кошельке всегда. Кстати, нет, не всегда, это хороший совет. У меня они не в кошельке, они у меня в отдельной хрени. Вот в такой. Я возьму права, спасибо. Бритву не буду брать, буду зарастать, буду чисто как этот. Ну, я сегодня побрился, в принципе. Я думаю, недельку я буду выглядеть адекватно, а вторую недельку, ну, неадекватно, ничего страшного, переживут. Да я бы взял Хасана с собой, но он чистый, блин, этот самый. Обещает, но не выполняет все время. Да, полетели за границу, да, потом у меня концерт в Москве, и все, и сливается. Короче, это такая тема. Мутная тема, ваш Хасан, ребят. Я вам говорю, это вообще очень сложно с ним совладать в этом плане. Бритва с оголенным проводом и шампунь без этикеток уже был. Я теперь не поддамся на эту провокацию, вы знаете. Бутылку будет на что сесть. Братан, да там этих бутылок, я уверен, в этой гейропе, там сплошные бутылки на каждом шагу. Так что разберемся. Карту, да. Карту ты имеешь в виду сокровищ, да, то есть типа такую бумажную, большую карту Европы. Карта Европы. Блин, Эйсет, спасибо. Телефон реально надо взять, потому что без него будет тяжеловато. Надо же в чем-то сидеть, пока едешь мимо достопримечательностей. Нужно же там лайкать, что-нибудь смотреть, постить. Передал ли PLC чай из Новосибирска? Бро, PLC передал чай из Новосибирска. Да, спасибо большое. Было это дело. Так. Примерно, мне кажется, я набросал перечень вещей, которые нужны. Еще, я думаю, я просто дома сейчас посмотрю, что некрасиво лежит. Или красиво слишком, наоборот. Закину в рюкзачок. И тогда будет попонятнее. Так, а вот какой-то мне вопросик тут написали. Здорово. Ну, это разве вопросик? Так. Фоточек и сторис. Блин, ну я на самом деле не сильно хотел в соцсетях залипать во время отпуска. Ну, я по-любому что-нибудь опубликую. Постараюсь размеренно это делать. Ребят, вот съезжу в отпуск, вернусь и буду решать с альбомом, буду решать со всем остальным. У меня тут еще подготовка к одному мероприятию, достаточно серьезному в планах. Буду, наверное, там в отпуске начинать уже готовиться. Шорты возьму. Нормальная тема, презервативы. Ну, конечно, всегда с собой. Вот, поеду в штанах, шорты возьму с собой, чтобы меньше места, поняли, да, в рюкзачке занимали.
Да, я серьезно беру только рюкзак, обычный рюкзак, больше ничего. Поеду в наиболее теплых вещах. Ну как, в смысле, штаны, там, кофта, курточку с собой возьму. В рюкзак положу футболку, шорты, там, трусы, носки и все остальное. А Бат Локси, он не скоро же, он только анонсировал его, даже даты еще нет. Поэтому я не думаю, что Бат Локси произойдет во время моего отпуска. Деньги на карте, бро, деньги на карте. Сейчас это не проблема, будем двигаться с картой. Так, что еще? В целом все нормально. Минск с собой брать не буду в этот раз, не получится. Но в целом Минск. Минск кайф, я не был в Минске, и я бы залетел в Минск с кайфом, но я думаю, в ближайшее время осуществим эту темку. Бананку. Нет, не буду брать бананку. Вообще, да, можно ничего не брать на самом деле. Я замученный, потому что был на работе допоздна, до 8 вечера, но зато теперь я в отпуске. Е-бой. Носки там куплю. Ну, тоже верно. Ну, блин, европейские носки, во-первых, могут мне не подойти, мне кажется. У них там свои мерила. Мало ли, что там вообще у них с ногами. Сегодня в голове такая каша. Посмотрим. Так, ну, ребят, на самом деле список неплохой получился, того, что нужно взять. Я прямо сейчас поднимусь, начну это все дело собирать. Мне еще нужно как-то попробовать поспать, потому что в 6 утра самолет. Вот, и, соответственно, буду таков. Ну, буду маяковать, если что. Перемещаться буду, буду вам выкидывать прикольные всякие местечки. Непутевые заметочки свои. Но на самом деле постараюсь не надоедать, потому что я знаю, как бесят иногда люди, которые тусуются где-нибудь в отпуске, пока ты там пылишься на учебе или где-нибудь на работе. Вот. Я постараюсь вас не бесить, ребят. Постараюсь просто чилить спокойненько. Вот. Спасибо большое за пожелания. Хорошего отпуска. Прям кайфово. Приятно очень. Вот, желаю вам тоже тут не скучать, чтобы у вас, короче, не в отпуске, даже если вы время прошло так же замечательно, а может и лучше даже, чем у тех людей, которые в отпуске. В общем, остаемся на связи, ребят. Спасибо, что помогли скоротать дорогу до дома, мою отпускную дорогу до дома с работы. Всем пока, на связи. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, оставляйте ваши комментарии. Скидывайте донаты. Что еще? Не знаю. Устанавливайте наше приложение. И пользуйтесь услугами наших авиалиний.